Всем привет! Мне пришли новые посылки, на этот раз их 4, 2 маленьких и 2 больших. И мы с вами их, как обычно, всегда вместе открываем. Сразу здесь можно увидеть, что в этой коробочке Тик-Так. Кто помнит, в прошлом году у Тик-Так тоже была подобная акция, где надо было такое окошечко стирать и сразу показывают, выиграл или нет. И участвовать можно до тех пор, пока не выиграешь. И в прошлом году мне, соответственно, присылали пробнички от Тик-Так. И в этом году была такая же акция. Я тоже приняла в ней участие. И тоже мне повезло. Сразу скажу, что не с первого раза. Немножко надо было уделить время этой акции. И постирать несколько раз это поле. И здесь, смотрите, свежий старт в Новый год. Все мятные Тик-Таки с грейпфрутом, вишней и сильная мята. В принципе, такой же набор был и в прошлом году, так что это уже хорошо. Они вкусненькие, мы точно это знаем. Здесь у нас с вами 100% очередной пробник духов. Посмотрим, каких на этот раз, что нам прислали. И в Сен-Лоран. Black Opium. Их аромат мне присылали уже несколько раз, и он мне очень нравится. Итак, здесь у нас для нее и для него. Женский и мужской ароматы. Насчет мужского я не помню. Женский Black Opium точно у меня есть, и он точно мне нравится. Приятный аромат. И Yves Saint Laurent еще такой. Отлично. Давайте открывать большие посылки. Мне очень не терпится именно их открыть. Вот эта посылка пришла мне от сайта Brands You Love. Напомню, что изначально, когда я там зарегистрировалась, мне присылали посылки часто и много. Затем мой аккаунт забыли, забросили и вообще перестали мне что-либо оттуда присылать. От слова совсем. Больше года я не получала от этого сайта никаких абсолютно посылок. Поэтому я удалила свой аккаунт и зарегистрировалась там по новой. И мне снова начали присылать. Это уже, по-моему, третья посылка от этого сайта после новой регистрации. Поэтому, если вас долго не выбирают, хотя до этого уже выбирали и что-то присылали, есть, вероятно, смысл сделать так же, как и я, и заново зарегистрироваться. Здесь у нас Никса. Это крем. Ну, как обычно, приветственное письмо с перечнем задач. То как и для чего. И здесь, собственно говоря, сама посылочка. Это микса с Pantenol Comfort. Успокаивающий кожу крем. Я обожаю этот крем. У меня был такой же, только красный. Он очень заживляет быстро, классно. Вот особенно для рук зимой прям просто нечто. И это тоже. У меня было из этой серии, смотрите, для лица, для тела и для рук. У меня был из этой серии уже тоже крем, и тоже мне очень нравится именно вот этот синенький. В прошлой зимой я его тестировала, только не эту банку, другие были. Прям суперский, поэтому здесь я тоже уверена, что буду очень довольна. И открываем вот эту посылку. Это посылочка от моего прям самого супер-самого любимого сайта. Тестирование, сайт TRND. В каждом видео он звучит. Обязательно в каждом видео я открываю минимум одну посылку от сайта TRND. Если я не ошибаюсь, в прошлом видео их у меня было даже несколько от этого сайта. Так что любовь у нас с ними взаимная. Что пришло на этот раз? Та-да-да-дам! Для котеечек наших что-то. Корм для кошек Леонардо. Для твоей кошки. У нас две кошки. Так что это для наших кошек. Вот смотрите, какие красавчики. Такое прям мяско-мяско. На обратной стороне, как обычно, задачи. И здесь опять у нас мелким шрифтом написано, что от сайта TRND. Раньше они как-то крупнее себя рекламировали. Давайте смотреть, что у нас здесь. Ой, прелесть. 5 евро для тебя и одного кошачьего друга.
Кто хочет скидки 5 евро? Давайте посмотрим, что здесь у нас. Ну, понятно, да, что это можно раздавать друзьям, знакомым, чтобы они могли заказать с кодом Katzenfreund. Так, а вот интересно, 5 евро, это 2 раза по 5 евро или 2 раза по 2,50? Так, давайте читать с вами мелкий шрифт. При заказе от 20 евро. Да. Леонардо 5. Тоже при заказе от 25 евро. Если кому нужно, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Я предполагаю, что коды везде одинаковые. Да, везде одинаковые, поэтому можете ими воспользоваться. Если кому-то нужна скидка на сайте Леонардо на кошачий корм. Что у нас здесь есть? Жидкий корм с кроликом, с рыбой и креветками. Ох, наши кошечки порадуются. С курицей, с фазаном. Фазана точно еще не ели наши кошки. И просто мясное меню. Еще смотрите, что-то я еще пропустила. С птицей. С птицей и яйцом. Так, такие еще смотрите. С курицей и с говядиной. Другие еще корма. И еще у нас баночка с рыбкой. И индейка. Классно, смотрите, ну прям вообще супер-супер-супер. Наши кошечки 100% порадуются такой красоте. Да. Так, надеюсь, в ближайшее время мне придут еще какие-то посылки. И я тоже вам смогу их показать. Ну, насчет пробников я не сомневаюсь, их присылают всегда. Но я имею в виду большие и вот действительно, которые по-настоящему на тестирование. У меня на канале есть видео, где я рассказываю, где нужно зарегистрироваться, чтобы получать, и почему вообще мне присылают какие-либо товары бесплатно, что нужно сделать для того, чтобы вам их тоже присылали. Ссылка будет в описании под роликом. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, если вам все это интересно, если есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием на них всегда отвечаю. В остальном мы пошли тестировать вкусняхи с кошками. И заботиться о коже, потому что, не забываем, уже очень скоро весна. Я желаю вам всего хорошего. Спасибо за просмотр. Пока-пока.